Так, теперь, пожалуйста, отреагируйте, как у нас со звуком. Появился ли звук или есть какие-то проблемы? Вижу, что все хорошо. Давайте начнем с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас выходило и какова была реакция участников рынка на те события, которые произошли. В 3 часа по Японии вышли данные по изменениям уровня заработной платы. За год показатель вырос на 0,5%. Пусть цифра и не очень большая, но тем не менее в свете текущих событий это достаточно позитивный знак, это позитивный фактор для Банка Японии, который наверняка с удовольствием оценит этот показатель. Далее, по Австралии 14.30 вышло сальдо счета платежного баланса. Он, к сожалению, оказался дефицитным, так же, как в предыдущий отчетный период. Ждали совершенно нейтральной динамики, но дефицит сохранился на уровне 3,1 миллиарда австралийских долларов. Далее была небольшая пауза, и в 7.30 вышел один из ключевых моментов сегодняшнего дня. Это решение Резервного банка по процентной ставке. Ставку оставили без изменений на уровне 1,5%. Именно этого и ожидали все участники рынка. А вот сопроводительное заявление Резервного банка Австралии было достаточно позитивным. И нужно сказать, что на этом фоне австралийский доллар получил поддержку и укрепился к американскому доллару. Так, что у нас в сопроводительном заявлении? Давайте посмотрим. Банк почти ничего не сказал о признаках замедления экономики за последние месяцы. При этом данные по ВВП, как ожидается в среду, укажут на то, что экономика едва демонстрировала рост за первые 3 месяца года. Важным фактором стал оптимистичный взгляд Резервного банка на экономику Австралии. Банк сосредоточился на том, что рост ВВП ускорится и превысит 3%, а также на том, что наблюдаем в экономике отказ от инвестиций в горнодобывающую отрасль почти завершился. Это тоже отмечается как достаточно позитивный фактор. Так, что еще здесь? Так, про платежный баланс мы с вами сказали. Вот, пожалуй, все. Ну, пожалуй, можно, наверное, еще отметить следующее, то, что по австралийскому доллару у участников рынка есть такое мнение, что в будущем, даже если Банк Австралии прибегнет к повышению процентных ставок, это позитивно скажется на австралийском долларе, и, скорее всего, он продолжит свое укрепление. Далее была большая пауза в новостях. В 11.30 по еврозоне вышел индикатор уверенности инвесторов по данным Сентекс. Показатель вырос до уровня 28,4. Через полчаса вышли данные по розничным продажам. По году рост составил 2,5%. Предыдущее значение было пересмотрено тоже до 2,5%. Ждали выхода показателя на уровне 2,3%, и здесь он превысил ожидания. По месяцу рост оказался более скромным, чем был до этого и чем ожидали. До этого цифры совпадали, ожидаемые. Предыдущие значения – это 0,2%. Теперь показатель вырос всего на 0,1%, что говорит о небольшом замедлении динамики роста розничных продаж. Вот, пожалуй, все данные, которые сегодня выходили, из того, что мы можем с вами увидеть, из того, что пишут в новостных лентах. Вот, в частности, есть мнение, что Драги не будет много говорить о сворачивании покупок активов в четверг. Если
коснуться тех событий, которые нас с вами ожидают. Это завтра данные по ВВП Австралии, важный показатель, ВВП еврозоны, это среда. Далее, 8 число, для Британии это важно, состоятся парламентские выборы. Значит, опять же, тут есть мнение, что если при каждом вбросе информации может быть повышенная волатильность, поэтому кто-то торгует британский фунт, пожалуйста, будьте внимательными, осторожными. 8 числа вполне возможно волатильность будет высокая именно по британскому фунту. Выходят годовые данные по ВВП Японии, также будет дефлятор ВВП. Один из ключевых моментов текущей недели – это решение ЕЦБ по процентной ставке. Более важным, конечно же, будет пресс-конференция и комментарии главы ЕЦБ Марио Драги относительно дальнейших перспектив стимулирующей программы. Здесь вот вряд ли будут какие-то сюрпризы, все, скорее всего, останется без изменений, а вот его комментарии – это основной момент, на что будут обращать внимание участники рынка. В пятницу в 11:30 прогноз по инфляции потребительских цен в Великобритании и данные по рынку труда Канады, безработица и изменение числа занятых. Вот примерно такой у нас с вами новостной фон. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «Есть», я сделаю паузу. Вы свой вопрос напечатаете, я постараюсь на него ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюс, и мы с вами в этом случае посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Итак, жду, когда вы отреагируете. Похоже, вопросов нет. Открываем MetaTrader и смотрим, что у нас, как обычно, с нефтяных котировок начинаем. Ну, здесь достаточно неустойчивый рынок. Приходят события, новостные ленты пестрят заголовками о конфликте среди арабских стран. Катар сейчас попадает в изоляцию, и вполне возможно, эскалация конфликта может произойти. Это, в свою очередь, может сказаться на нефтяных котировках, но пока что вот достаточно спокойно идет торговля. Если посмотреть на daily таймфрейме, то у нас снижение пока что идет котировок. В краткосрочной перспективе идет нисходящий тренд, но в более широком горизонте тренд пока что остается восходящим. Критичным является минимум предыдущего месяца. Это марка Brent, по марке WTI абсолютно та же самая картиночка. Здесь только другие абсолютные значения цифр. А так картинка в целом сохраняется. Теперь смотрим индекс американского доллара, что у нас здесь с вами. Он торгуется достаточно спокойно в последнее время, разнонаправленно. Сильных движений после того, как вышли данные по рынку труда, нет. Индекс движется вбок. Линия баланса смотрит вниз. Налицо пока что нисходящий тренд. С огромной долей вероятностью участники рынка будут ждать, во-первых, решения Европейского центрального банка. И самое главное, что скажет его глава Марио Драги в четверг. Ну и следующее событие – это уже решение Федрезерва относительно процентных ставок. Ну, здесь можно сказать, что участники рынка уже практически все уверены в том, что с огромной долей вероятности повышение произойдет. Речь только идет о том, как поведет себя ФРС уже в дальнейшем. Поскольку не очень впечатляющие данные по рынку труда, которые вышли на прошлой неделе, могут говорить о том, что Федрезерв может взять небольшую паузу перед тем, как повышать ставки еще раз.
Баланс сейчас торгуется на отметке 97.66. Индекс опускается все ниже и ниже пока что. Но это не то, что американский доллар сдает свои позиции. Это, скорее всего, обусловлено тем, что вся корзина основных мировых валют на позитивных данных незначительно укрепляется по отношению к доллару США. Поэтому вот мы видим снижение индекса. Опять же, повторюсь, это не означает какой-то такой фатальной слабости американской валюты. То есть просто отсутствие новостей, отсутствие интереса и достаточно такая пассивная, выжидательная позиция инвесторов по американскому доллару, но достаточно активные действия по другим валютам, по евро в частности, австралийский доллар, по британцу там тоже есть большой оптимизм. Ну и вот на этих данных сам индекс у нас продолжает снижение. Итак, это был индекс американского доллара. Теперь смотрим шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют. Именно этот индекс, а не какой-то другой. Итак, евро-доллар. Что у нас здесь с вами? По трендовой торговой системе у нас сегодня противоречие индикаторов. Здесь доминанта бычья, ярко выраженная, в активной фазе, в фазе импульса. А здесь у нас тренд нисходящий. И поэтому индикаторы взаимно друг друга поглощают. И мы просто обязаны склониться к тому, что сейчас на рынке неопределенность. И с точки зрения среднесрочной трендовой консервативной торговой системы в рынок лучше не входить. По диапазонной торговой системе у нас цены находятся в верхней трети, но сигнал противоположный. Вот после сигнала в покупку у нас еще нет сигнала в продажу. При нахождении цен в дальнейшем в этой же зоне, вот она хорошо видна на weekly time frame, вот эта вот верхняя зона, верхняя треть, пунктирными линиями у нас эти зоны отделены одна от другой. Так вот, если на daily таймфрейме будет сигнал в продажу, то по диапазонной торговой системе будет день продаж. Пока что здесь тоже неопределенность, поэтому по диапазонной торговой системе у нас сегодня тоже нахождение на заборе. Ни о какой торговле не может быть и речи. Британский фунт. Здесь ситуация не меняется, скользящие средние практически прилипли. Средняя цена за месяц и за неделю совпадают. Это говорит о том, что на рынке идет явная неопределенность. Инвесторы по этой валютной паре не отдают предпочтения ни движению вверх, ни движению вниз. Вполне возможно, что до 8 числа ситуация сохранится, а вот в дальнейшем по результатам голосования вполне возможно будут какие-то серьезные движения. Ну и по правилам физики, чем дольше будет боковое движение, тем сильнее потом из него может быть выход. Посмотрим, подтвердится ли в этот раз, но пока что делаем вывод, что по трендовой торговой системе пока что мы находимся вне рынка. Но здесь есть нюансы. Те, кто смотрели вчерашний, позавчерашние обзоры, наверное, есть о чем подумать. Итак, это был британский фунт, тот самый, который стерлингов. Теперь смотрим австралийский доллар. Что у нас здесь? На этой свечке пересечения еще не произошло, поэтому здесь у нас все еще тренд нисходящий в фазе отката. Вот в окне данных это наверняка хорошо видно. Давайте посмотрим. Пятипериодная скользящая средняя 74.46, а 22-периодная 74.48. То есть более медленная скользящая средняя расположена выше, чем быстрая, поэтому пересечений пока что нет по закрытым свечам. Ну а завтра у нас уже вполне возможно будет торговый день, и мы уже будем рассматривать покупки по этой валютной паре, если ситуация не изменится коренным образом. Пока что мы вынуждены констатировать, что в текущий момент мы находимся вне рынка. Закончили стройка обратных котировок. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно? Если есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте по этим трем валютным парам. Я, пожалуй, удалю уровень 0.75 ровно. Он совершенно потерял актуальность, когда-то это был хороший ориентир для рынка. Вижу, что вопросов нет.
Идем дальше. Теперь смотрим тройку прямых котировок. Начинаем традиционно с пары доллар японская иена. Мощное укрепление японской иены. Инвесторы сейчас, видимо, все активно вкладываются в швейцарский франк, в японскую иену. Ну и эти валюты укрепляются, соответственно, американский доллар по отношению к ним дешевеет. И мы с вами видим вот такие достаточно приличные движения на сегодняшний день. С точки зрения трендовой торговой системы, уровень 110, о котором мы с вами говорили, уже достигнут. Тренд нисходящий в фазе импульса. Теперь смотрим здесь 0,8,12, 0,7,98. Увы и ах, но если брать формализованно, сегодня день не торговый, поэтому по японской валюте сейчас сидим на заборе. Один из индикаторов показывает пассивную фазу, фазу отката. Еще раз удостоверюсь, 0,8,12, здесь 0,7,98. Гистограмма растет, находясь ниже нулевой отметки. А это значит, торговля сегодня не рассматривается по этой валютной паре. Находимся вне рынка. Я думаю, что Банк Японии не будет спокойно наблюдать в качестве просто стороннего наблюдателя, будут предприняты какие-то действия, и вполне возможно, мы с вами увидим какую-то реакцию, если банки выйдут на авансцену и будут делать какие-то заявления. Это касается и Банка Японии, и швейцарского франка, но здесь именно сегодня таких движений, как по швейцарскому франку, нет. Смотрим, что у нас здесь с вами. Тренд нисходящий в фазе импульса. Теперь смотрим, что с гистограммой. Со знаком минус 3 нолика, 51,12, 47,76. Пассивная фаза, фаза отката. Значит, по швейцарцу мы сегодня тоже с вами находимся вне рынка. Последний инструмент. Канадский доллар, тренд нисходящий в фазе импульса, здесь восходящий тренд, поэтому по канадской валюте сегодня сидим на заборе и только наблюдаем, никаких сделок не совершаем. Что касается золота, золото растет, фильтры смотрят вверх, значит, мы рассматриваем только покупки, но посмотрите, какова картиночка, у нас индикатор в зоне перекупленности, поэтому сейчас покупать, конечно же, нецелесообразно. Лучше это делать, когда индикатор будет находиться в зоне перепроданности. Вот посмотрите, каждый раз, когда он там находится, это достаточно удачные моменты для покупок. Какие будут вопросы у вас? Возможно, будут какие-то пожелания. Пожалуйста, отреагируйте, я жду ваших реакций. Вопросов нет, и пожеланий тоже. Ну что ж, это не может не радовать. Тогда давайте будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.